В Апатитах открылась анатомическая выставка «Кунсткамера». Она демонстрирует необратимые последствия самых распространенных заболеваний 20 века. Зрелище не из приятных. Беременным и особо впечатлительным советуем воздержаться от просмотра следующего сюжета. Выставка «Кунсткамера» – музей ужасов нашего мира. Здесь можно наглядно увидеть, что происходит с организмом человека, если не соблюдать здоровый образ жизни. Все экспонаты настоящие. Перед вами последствия алкоголизма, наркомании и табакокурения. В стеклянных банках человеческие органы с тяжелыми болезнями. Раком желудка, циррозом печени, туберкулезом. Эти экспонаты из фондов всем известной кунсткамеры Петра I. То есть это самый первый музей в России, который он основал еще более 300 лет назад. В данной экспозиции представлены различные экспонаты. То есть одна половина – это отдельные органы с заболеваниями, с патологиями. Вторая половина – это целые человеческие зародыши. Посетительница выставки Юлия по образованию медик, но даже ей жутко. Особенно от вида эмбрионов с различными аномалиями и патологиями. Сколько раз не увидишь, все равно немножко жуть. Все-таки аномалии – это страшно. Но я больше обратила внимание на аномалии плода. Как бы все-таки женщина, еще рожать. Поэтому я не курю. Сиамские близнецы и ребенок с двумя лицами. Возраст некоторых экспонатов насчитывает более 100 лет, остальным от 50 до 15. Жуткие исторические ценности заставляют задуматься. Анатомическая выставка «Кунсткамера» – место специфическое, но зачастую именно таким способом можно повлиять на сознание людей. Это радикальный метод, дать человеку понимание того, к чему порой могут привести вредные привычки.